эти баллы. А какой у тебя позывной в такси? 4.37. Такой же, как и номер машины. 2.22. А 122-й куда делся, куда пропал? Да я не знаю. На белой Волге он едет. Что-то я его не вижу уже месяца два. А видел его, наверное, с месяца на неделе, ты за 3-4, когда еще открыто было, на развозе его на бочке видел. А-а-а. Белая, 31-я Волга? Да, 150 номер. По-моему, да. А я еще чек не включил. Вот для чего до сих пор будет. А зачем слабо, потому что не открылось дайте. Все, было вообще не открылось. О, еще и 110, а десятка зашла. Вот так простой. Новый заказ. Не установлено. Ну и сейчас будет заказ в мою сторону тоже плюну. Что-то последнее время вообще как-то работает. Все стрёмно. До весной, да, в 7 часов утра выезжал и до комендантского. Комендантского нет, да и работать неохота. Да. Ночью такси нереально возить. Да ну один хрен сейчас ночью. Ну что, кого ночью возить? Да. Клубы не работают, кабаки не работают. А в основном ночью возить это синеву, которая из гостей домой. Я вчера пытался, просто надо было вызвать такси ночью, 4 часа ночи. Пипец. Ну короче, обзвонили все фирмы. Никого нет. Ну, только с ЕСТ приехала машина. Какая? С ЕСТ. А, единая служба. Хлебный дом.